А ты уже 5 транзисторов таких сжёг. РФ-637. Они вот поделки, какие-то ножки, наверное, алюминиевые смешан с медью. Металл. Но у них как бы серийный номер у всех вроде бы одинаков. Как я понял. Да, вот. Что говорит, что поделкой легче печатать. И вот не поделки, у них корпус у них керамический. Такой и выгравированный, как бы часто надписи. Вот это тоже невероятная поделка, хоть сопротивление у него и 1 Ом, как под это шито. Но у него корпус, похоже, пластмассовый, и написано название. Они выгравированы. Хотя у некоторых и оригинальных тоже написано. Например, этот из компьютера, кажется, выпаял. Но у него пластмассовый корпус. И вот вроде бы написано тоже, не выгравировано. Вот этот вот оригинальный, наверное. У него выгравирован. Наверное, корпус еще керамический. Вот тут тоже пластмассовый корпус, но это, наверное, оригинальный, потому что я из монитора выпаял. Вот эти, если посмотреть. Вот поет какой-то там 8. Это, как бы я понял, серийный номер какой-то. И тут поет 18. На всех одинаково, как я понял, они должны быть разные. Тут 6 йод 18. Так, посмотрю еще. Тут 5 йод 18. Все равно как-то повторяется. Тут вот 6 йод. Либо 6 йод, либо 5 йод. Но повторяется. Тут 5. А вот еще у меня есть эти много вот этих это как раз оригинальный 2 СТ 5 2 0 0. Вот и вот это оригинальный.
Вот он такой тяжелее. Вот у него шрифт такой другой. Неразборчив. Он написан, но он такой слабо видный. А вот этих вот, которые я покупал на AliExpress, я думаю, это подделки. Они очень дешево стоили по сравнению с тем. Вот у них такой четкий шрифт виден. 1508 номер. Вот второй. 1508 у них. У всех одинаковый номер. Тут даже и увидеть трудно. Тут 3-2-1 написано. Вот я один этот подделку разобрал. Вот тут вот такой так называемый кристалл. Вот, может, поэтому и не работают они. То есть свободной энергии не получается, потому что на качере, потому что вот эти транзисторы, они может, слишком медленные. У них фронт открытия медленный. Вот они каким-то белым залиты. И вот у всех этих подделок какая-то поцарапанная спинка. Вот, сколько не возьму я. У них у всех поцарапано, вот у этих тоже поцарапано. RF530. Вот, блестят царапины. Вот какой я не возьму, который я вот оригинальный, у них все чистая спинка, никаких нет царапин. Блестит. Может там где-то одна есть, там, где я нечаянно царапнул. Вот другой. Все у них блестит чисто. Тут какие-то маленькие есть, но они такие не глубокие. Тут, видимо, я, может, где-то царапнул или что-то. А тут вот такие, какой-то металл такой не блестящий, он такие более глубокие царапины. Вот тут сколько много царапин, хоть он новый, но оно откуда могло взяться столько царапин? Ну и вот эта подделка, вот его детали, части. Вот его деталь. Вот у него тоже царапин тут много. Я не царапал его, вот это еще.
мать с оригиналом в сравнении по толщине. Который вот один покупал в магазине радиодетали, тот он потолще, а тот тоньше покупал на Алиэкспресс 10 штук. А тот вот на Алиэкспресс разобрал, потому что он уже сгоревший. Не жалко было его разобрать. Вот где кривые ножки, он оригинальный, у него видно какой-то металл другой, более такой желтый и меньше царапин. А вот этот какой-то не такой блестящий, где прямые ножки, и он больше царапин имеет, вот эта подделка. Он тоньше, меньше веса имеет, меньше меди, чтоб сэкономить. Этот вот оригинальный, он тоже у меня сгоревший, потому что разберу его. Это хорошо, что не выбросил. Вот тут я складываю все детали сгоревшие и не выбросил, достал его. Теперь можно разобрать. У него там не будет вот такой белой плямы. Вот тут кристалл, наверное, побольше. Вот я еще попробовал разбить этот вот оригинальный, он его намного труднее разбить, мне его не удалось разбить. Вот кусочек только он тут. В общем, какой-то, видимо, керамика какая-то. Вот. И проверить на этом еще. Самое главное, может быть. Вот у него LHFE 39. У некоторых там 43, там колеблется примерно так. 578 милливольт. А тут в интернете я нашел видео, где тут проверяет оригинальный кредит. У него вот ЛШФЕ 112, у него выше ЛШФЕ. И тут 551 милливольт. У меня там 578, вот у них побольше. Милливольт побольше. И ЛШФЕ поменьше. Хотя он тут проверял другие подделки транзисторы, так там. У него наоборот. У подделок вот этот ЛШФЕ побольше, и вот 603 мВ побольше этого. Ну тут тоже вот близок к шестам вот этот УФ.
ток меньше держит эти поделки. И усиление, при том еще меньше поток, может еще не такие высокочастотные, поэтому может и не получается сделать БТГ, используя те транзисторы, что использовал Руслан. Лучше тогда уже может КТ купить, КТ-805. Там хоть будут точно оригинальные. Таких еще никто раньше не поделывал. Если на качере делать. Еще забыл сказать, что там в том ролике, вот сколько они стоят в одном магазине оригинальный. Стоит 1,89 €. Еще в одном посмотрим. Вот и тут 3,19 € стоит. Вот теперь на AliExpress посмотрим. Или посмотрю мои заказы, где я покупал. Давно я покупал уже. Вот. $5.42. Ну, это где-то 4 € стоило. Может быть, если вот этот оригинальный, так-то лучше было бы не экономить, потому что они у меня, их еще много осталось, они у меня и не горят. Только, правда, использовал, когда для дали установки вместо того КТ-9026, тогда горели. А так они на качере, они не горят, если не давать перегреться. Поэтому лучше купить было бы меньше, но зато оригинально. Но вот на том видео еще он пишет, что у него эти все поделки магнитятся магнитом. У меня так... Хоть это и подделки, но это оригинальный, это подделка, но магнитом они не магнитят. Вот магнит. Вот магнит. Не любит. Вот оригинальный, не оригинальный, нет. То есть просто они тоньше сделали, меньше вот это, меньше меди, и может вообще тут медь смешана с алюминием, чтобы было меньше, как бы дешевле. Вот оригинал и подделка.